на стадион 30 июня. Именно так он называется, стадион 30 на этой дистанции турнира. Сборная Сенегала против сборной Туниса. И он сам попросил Федерацию футбола Сенегала не продлевать с ним контракт, и никто его не увольнял. Не очень здорово, отборочный цикл было нехорошо. И тогда классно подобранная, сбитая команда, где в России, и вот сейчас полуфинал Кубка Африканских наций. Вот он, Ален Жорес, Сейшелы, острова. Первый полуфинальный матч Кубка Африканских наций в воротах по 23 номерам Калиду Кулибали. Третий — Ламин Гассама, 21 — Юсуф Савали. Сенегал и самый дорогой игрок в составе этой сборной. И вообще Сенегал, чей это юбилейный 20-й, если брать все турниры абсолютно, где они могли встретиться. 4 победы. Львы. И Рэд. Садио Мане прокинул мяч между ног сопернику, но там Сакри. Мане развернулся, и хорошее включение. Сабали, можно делать передачу. Сборной Комара, забивший 29 мячей, у Мане пока цифра приближается. Вообще, Идриса Куе за Эвертон. Если посмотреть состав сборчик, даже в проигранной игре с Алжиром владел мячом, процент больше 60, и в каждом матче. Мане. Все атаки идут через него. Передача вперед. В 4-м году. Но впервые в истории этот турнир проходит летом. Все-таки на день отдыха больше было. Первый штрафной заработали здесь на карате. Очень хорошо построена игра у сборной Сенегала. Конечно, ожидали многие через левый фланг. Атакуют тунисцы. Активен был 19-й номер. Ну и у сенегальцев тоже из Амьены, из Нимы, из Рены, из Бордо, из Бурсаспора. Подает на ближнюю штангу, пытается Ньян там развернуть. Атака через левый фланг снова. Мусама Хадади. Мане сказал, что победа в Кубке Африканских наций — это даже круче, чем победа. Длинная передача. Сегодня не стоит ждать пальто двинуть сборной Туниса. Посмотрим, надолго ли. Мане, передача. Здесь центр обороны работает, что Сенегал фаворит. Но на концовке. Кутюар, предыдущий, подача. Длинная передача на Садио Мане. Позволив Тунису прийти в себя и владеть мячом. Сабали. Сабали. Под правый удар. Штанга. Еще одна остановка. А вот Хенеси. Штрафной. Падение. Арбитр молчит. Но есть система. Кто-то уже закончил, как Мухаммед Салах. А кто-то продолжает еще этот. И каркас ворот выручает сборную Туниса. А теперь уже Тунис в атаке. Удар. Гомис. Штрафной. Подача. Нет. И хороший пас. Причем, смотрите, как здорово Кулибали делает эти передачи, которые. И подача есть. Ньянг не добирается до мяча, потому что Хасен. Из Ниццы Хасен, и из Монпелье или Салаха. Вот здесь здорово. Мане в штрафной. Мане. Ньян куда. Еще один длинный пас. И хороший пас. И посмотрите, ух, Мане врезается в Дрегер. Хазри. Пока совершенно не заметен Хазри. Отметился только. И вот сейчас атака. Плюс удар Сабали в каркас ворот. И Гуез. Ян входит в силовой манере в штрафную. Одного обошел. А вот дальше уже подстраховал Мирия.
длинная передача Хадади. Здесь Хазри. Тунис за Сенегалом. Одна из последних атак в первом тайме. Янг ставит спину. Передача щены. Африканский футбол. Номинальный теннис, от другого, наверное, от них не ожидали, разыгрывают победу на Уимблдоне. Вместо капитана команды Юсефа Мсакни появляется на поле и у сборной Туниса. Ну, давайте с Туниса и начнем. Хасен в воротах под 16 номером в центре. Резервный арбитр. Подача. Здесь удачно играет Соси. Еще один. Джерес. Сборная Сенегала. Альфред Гумис в воротах под 23 номером. Очень серьезная. Хазри. Кенеси. Прострел низом. Соси. Удар. И преимущество у Сенегала. Ну и по остальным статистическим показателям этой паре Тунис, опытная команда, умеет играть на результат. Вот и Тунис в атаке, а вот как раз 23 номер на им. Хазри у мяча. 52-я минута, подача непростая. Сенегалы, здесь даже есть небольшое численное преимущество. Ух, как плохо Гуе сыграл. Конечно, на ход, и он бы легко убежал от Хадади. Мане в штрафной. В первом тайме в пользу сборной Сенегала. Но момент! И подача Севе. И ну, там какой подкат за мячи цепляется. И все время напрягает пару центральных защитников. Подача. Перекладину. Соперник даже и по ноге, показалось, ударил. Но арбитр дает здесь бороться. Обратите внимание, что Ньянг ушел сейчас на фланг, а Мане выдвинулся. Подача. Всех мяч. Какая потеря. Она может дорого обойтись сборной Сенегала. Чисто. Здесь подача. Опять на ближнюю штангу. Здесь Ньянг. И контратака будет у сборной Сенегала. Янг. Передача пяткой. И момент. И... Номером Мбайньян уходит. Кубка Африки. Опять придумывают себе сенегальцы. Гумис мячом. Отличный пас сделал. Помните, я сказал, не забиваешь ты, забьют тебе. Сейчас в атаке. Здесь важен подбор. Его выигрывает сборная Туниса. И удар. Здесь грубейшая ошибка Соси. И Севе поторопился. Знает, что делать, но как-то ушел в тень игрок Ливерпуля во втором тайме. Прострел. Сива. Слети. Передача. Выход один на один. И... Парня уже достаточно. 68 минут сыгранных в этом матче. И полуфинал Кубка Африки 2019. Перевод Кулибали. И успеваю в линиях у той и другой команды. Гие сбрасывает мяч. Мане. Здесь Хазри здорово сыграл. Тунис в атаке. Удар. Присел. Соси. 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 Фержани. Там параллельно бежит. Очень здорово футболист Туниса. Слети. Удар. Гамис. Насколько хватит, кстати, интересно, Тунис. Кем игра расклеилась. Но вот здесь хороший подбор. И будет удар или нет. И падение. Это Анри Севе. Он подходит к мячу, и вратарь берет! Боже ты мой, а! Что за турнир? Что за турнир, что за команды? Это чувствовалось по подходу к мячу, и Гамис, голкипер Рисеве, и игрок турецкого Бурсаспора как не могут пробить вратари сегодня команды, то может быть все в серии пенальти.
Подача высоченная. Там не в руку ли мяч попал? Еще одна остановка. И есть ребята с серьезным ростом. Сане, Куете, Дьяне. Подача. И в свои ворота забивает Тунис. Боже ты мой. Но только такой, наверное, корявый гол мог влететь в ворота в этой встрече. Только такой. Подача была не самая лучшая. Хасен пролетел мимо мяча. И Тунис в плей-офф. Даже основное время пенальти. Подача Кулибали. Мяч выбивает.